Всем привет! Продолжаю рассказывать о своих покупках в магазинах Fix Price. В этот раз посмотрим нож складной туристический. В общем-то, вот последний раз я заходил, цена не поменялась. По-прежнему все стоит по 38 рублей. Значит, приобрел я этот нож. В общем-то, сразу понимал, какого качества этот нож будет, но тем не менее решил приобрести для того, чтобы как бы подтвердить свою уверенность и заодно поделиться с вами и, возможно, предостеречь от бесполезной траты денег вот на такой нож. Давайте посмотрим. Значит, называется нож складной туристический, но на самом деле это предмет, похожий на складной нож. То есть, вот, наверное, вот такое название было более правильным. Потому что внешне он вроде бы и похож на нож, но как бы по сути ножом не является, потому что вот сейчас я открою лезвие. То есть материал сталь очень тонкая, то есть вот по толщине это примерно толщина консервной банки, ну, двойная. То есть вот видите, нож гнется, фиксации никакой. То есть этим ножом нельзя будет пользоваться. То есть, допустим, вот отвертка. Я не знаю, начнете крутить винт, и она, наверное, изогнется или сломается. То есть будет деформация. То есть тут даже есть ножницы. Вот, но не знаю, что этими ножницами можно стричь. То есть это просто слов нету. Не знаю, все выскакивает. То есть это даже, ну, в руках просто страшно держать этот предмет. Вот, поэтому, не знаю, это как бы, да, предмет, напоминающий, похожий на складной туристический нож. То есть это ни в коем случае не покупать, потому что это просто будут выброшенные деньги. Но вот один раз открыл ножницы, в общем-то, закрыть у меня уже не получается. Поэтому эту вещь ни в коем случае не покупать. Да, еще мне понравилось, вот хочу показать пилка, чтобы могли видеть. То есть, не знаю, это пилка, ну, по размеру, насечка размера рашпиля. А штопор тоже как бы сделан из такого материала, что если вы попытаетесь открыть бутылку, то он просто, наверное, выпрямится. То есть с таким же успехом можно взять обычную проволоку, ну, которую пожестче, вот так вот свернуть, и будет такого же качества штопор. Для примера хочу показать ножик. То есть это не сравнение, это просто пример. Потому что сравнивать эти вещи просто нельзя, потому что вот это вот, это вообще за гранью добра и зла, то есть об этом вообще нельзя, ну, разговаривать, то есть и говорить о том, что это нож. Вот. Значит, просто хочу для примера показать нож, который я нашел в земле. Дело в том, что раньше занимался металлопоиском, и вот, ну, даже вот такие вещи попадаются. Вот, я находил и мобильные телефоны, которые не знаю кто, либо тот, кто убирал урожай, там, картошку, вот, либо тоже такие же поисковики, как я, вот, ну, в общем, я нашел вот такой нож, нашел весной, значит, как минимум зиму он точно пролежал, вот, ну, и после небольшой чистки и смазывания, то есть, вы можете видеть, внешний вид нож не потерял, остроту тоже, то есть, все предметы работают, поэтому, друзья мои, лучше потратить немножко денежек, если вам на самом деле будет необходим или нужен нож, и приобрести нормальный предмет, который будет полностью работать и выполнять свои функции. Обзоров в YouTube очень много, как бы какой нож выбрать, я думаю, сложности не возникнет, но вот это ни в коем случае не покупать. То есть это просто что-то страшное. Ну, сломать не ломается, но вот можете видеть, гнется и не выпрямляется. То есть, ладно, на этом я заканчиваю. Будут еще обзоры.
подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание.